Кенна это. Здорово. Здорово. Как дела? Нормально, сам как? Живем, хлеб живем. Смотрю, ну такой. Помидоры бабушка вынесла. Такой нормальный, одетый, обутый. Очень это. Со всеми делами. Да, базар имел. Что вызрел сам? Ну так, Олег, все, гипс сняли, сейчас нормально уже более-менее. Ладно, вызрел. Сейчас уже. Потихоньку на костылях приступаю. Разрабатываем ногу. Ладно, пусть будет так. Ну, ты что, с похмела? Да не особо так, но есть маленькая чуть-чуть так, насадка. В легкую, да? Ну, блядь. Понятно. Это нормально все. Работаем, блядь. Вчера вот на праздник ходил, 9 мая, блядь. Ага. Так, посмотрел машины, блядь, людей посмотрел, блядь. Себя показал. Все такое, растакое. Нога? Ага, от души. На ход ноги тебе. Ладно, ну. Че новости какие? Ты где сейчас живешь? Я никаких новостей нет. На рыбалку собираюсь. Нахуй. Куда? Туда, на плотину. Плотина, это хорошо. Туда, туда. В родные стихии. Ну. Туда, блядь. Или на подгорный, может. Так, посидеть, порыбачить, водочки попить. Отдохнуть, на природу посмотреть. Вот что сейчас, Олег, я тебе хочу сказать. Как? Что я тебе могу сказать? Я сейчас поправляюсь. Ну давай, давай. Сейчас еще немножко. И начнем так же. Понял, а что нет, конечно. Шашлыки, да. Все как обычно. Базар ёбаный. Да. Я всегда рад помочь им тоже в этом случае. Слушай, ну, я тебя понял. В общем, так будет у нас нормально, да? Нормально. Всем подписчикам привет передай. Скажи, всем скоро. Всем подписчикам привет. Скоро, скоро мы... Обед чернутским пацанам всем. Забежим в интернет, в YouTube. Ладно. Скоро начнем снимать контент. Да. Все, давай. Давай.